Еще одним маяком веры в нашем городе стало больше. Именно так говорят об установке крестов на новый храм святых Петра и Февронии запорожские священнослужители. Его местная епархия построила рядом со взорванной летом церковью на Малом рынке. Сегодня символы православия были освящены и поставлены на купола. Новый храм обрел сегодня главные символы веры. Вначале поставили большой 10-тонный купол, а потом установили кресты. Их сделали черкасские мастера. В основе нержавейка, сверху золотое булатное покрытие. Как и положено, перед воздвижением их осветили. Запорожская епархия не скрывает своей радости по поводу сегодняшнего события. Ведь с момента начала строительства церкви святых Петра и Февронии прошло немногим более 2 месяцев. Это большой праздник, торжество. Я уже был в маленьком храме, который рядом пристроен. Нет, там уже идет служба. И надеюсь, в ближайшее время здесь будут совершаться богослужения. И каждый, кто хочет помолиться, сможет прийти, отвести душу, с Богом побеседовать вот в этом новом храме. Появление этой церкви – лишь начало тех масштабных преобразований, которые намерена здесь провести местная церковь, говорят представители епархии. Пока известно лишь, что на месте взорванного храма должен появиться новый большой собор. Слушайте, какие все любопытные. А знаете, я вам скажу так, давайте я... О, супер, согласен. Вы знаете, в ближайшем времени это станет изюминкой нашего города. Причем такой изюминкой, которой еще нету нигде. В нашей Украине, даже в соседних государствах, и в России еще нету. Но задумка это уже есть. Первую службу в деревянной церкви намерены провести уже в канун Рождества. Священнослужители надеются, что к этому времени удастся завершить все строительные и отделочные работы.